сбилось видео прошлое, которое я снимала. Поэтому я, наверное, не буду его вылаживать. Ну, я не хочу это так, это долго монтировать, чтобы их скрепить. Мы делаем, типа, берем два сердечка, вот, ну, каких-то. Потом я их склеиваю между собой, и потом наполняю ватой, вот так вот тыкаю. А потом склеиваю это место там, где ватой, и, короче... И будет у нас такое сердечко. И не одно, наверное. Я сейчас маленькое делаю. Все. Первая сторона готова. Теперь вторая. Так это же еще надо как-то... Блин, нет. Надо сначала вырезать, чтобы потом трафарет сделать. Аккуратненько. Вырезаю вот так вот. Эти ручки очень пахучие, очень вкусно пахнут. Я сейчас не знаю, сейчас понюхаю, чем эта ручка пахнет. Они с блестками. Ну, пахнет очень вкусно, похоже на чернику или на клубнику. Ну, в общем, очень вкусно пахнет. Ставлю лайк этим ручкам. И у нас все блестящее, ну, кроме маленьких карандашей. Но я думаю, в этом видео я не буду... А, они открасились, а! Не знаю, видно вам через камеру? Ну, я не знаю. Так, сердечко. Короче, все. Вот. Первое такое. Вот. Такое. Ничем не держу. Так, теперь второе сердечко. Будем обводить, чтобы так же самое все получилось. Так. Я, конечно, не очень люблю обводить. Но надо еще тем более аккуратненько обвести. Да, у меня уже все сбилось. Так, вот так вот все. Поставила обратно на место. Это, конечно, очень сложно сделать одинаковое. Вот сердечко это уже сложное сразу. Да, это, наверное, очень сложно. Сейчас, может, что у меня есть такого? Чтобы начертить. О, у меня есть. Сейчас покажу вам. Такое лицо. Это я из пластилина лепила. Выглядит чуть-чуть устрашающе. Но мы его сейчас снимем. Пока я его не сняла, догадайтесь, что это. Кстати, я только что увидела, что моя кошка ко мне пришла. Бетти! Видишь, тебя снимают. Вот ты. Ой, где ты? Вот ты. Видишь? Тут ты замерла, как кукла. Скажи привет. Ну ладно, привет она, конечно, не скажет. Ну хотя бы мяу. Скажи мяу. Не скажешь? Ой, тупышка такая. Отвернулась. Видимо, не хочет, чтобы ее снимали. Так. Эту работу мне, конечно, чуть-чуть жалко. Но что ж не поделаешь ради подписчиков. Чтобы актив быстрее набирался. Я думаю, это видео залетит. Кстати, пишите рубрику в комментарии под этим видео. Я надеюсь, их YouTube не заблокирует комментарии. Чтобы не, он, надеюсь, не отключит комментарии. Если не отключит, пишите под этим видео, что вы хотите, чтобы я снимала. Майнкрафт, Роблокс,
Может, Бравл Старс, Амонг Ас. Короче, пишите. И если я не назвала какую-то игру, в которую... А вы хотите, чтобы я в какую-то игру погуляла, то пишите в комментарии. Я все сделаю. Все напишу. Я установлю эту игру. А если она у меня есть, просто я не назвала, то вообще будет красота. Так, все. Вы догадались, что это? Это крышка от бутылки сама. Как раз такого круга, думаю, мне хватит. Начнем. Одного листика, думаю. Ой, сразу так обводиться начало. Мне показалось, что камера отключилась. Все, ну вот тут подровнять. Угу. Давайте я сначала вырежу, а потом уже раскрашу, потому что долго времени надо. Раскрашивать я уже буду два круга в конце. О, такой вот кружочек маленький. Отложим. Теперь еще один. Надеюсь, такой же получится. О, с первого раза получилось. Или вы вообще хотите, чтобы я что-то другое снимала? Не игры, может. Или... А, кстати, я хочу одну рубрику сделать. Послушайте. Буду... сниму такое видео. Все, вырезала. Чтобы, типа... смотрю шорты. И смотрю, оцениваю их. Чи играю в показ мод. И показы оцениваю. Либо танцы оцениваю, тренды. Пишите, или еду. Ну, вот так вот. Теперь нам нужно подгинать вот так вот края. Я это, конечно, никогда такую работу не делала. Надеюсь, что у меня получится. Так, вот сейчас выливаю клея по бортике. По бортику. Вот так. Все. Ой, бе. Вляпалась. Клей. Сейчас клеиваю. Надеюсь, пропечатается. Я забыла раскрасить. Тут ты, ну ты голова тупая. Дырявая. Опа. Все, надеюсь, придавилась. Все, надеюсь, уже не отклеится. Теперь еще чуть-чуть в этом месте. Сейчас приподниму. Угу. Ого, клей потекло. Вытеру сейчас. У меня вот салфетка. Потом, конечно, помою руки. Но это уже в конце видео. Даже не в конце, даже видео уже не будет. Бля, что у нас склеивается? А, вот. Всё. Тихо. Так вот. Бьем. Не люблю так работать. Ну, вообще, я же учусь в школе. Иногда мы даже раз в неделю в школу ходим. Блин, у меня не получается. Она, типа, необъемная. Надеюсь,
Надеюсь, получится все у меня. Короче. У меня вроде бы что-то получается. Просто дырочку надо было побольше. Я думала, мало. Я думала, это маленькая дырочка. Короче, ну вот так вот. И по краям еще запихаю чуть-чуть. И получается уже чуть-чуть. Ну вот так вот. Положу, доложу уже. Дальше оно само распределится. И вот тут вот заклеить надо. Потом, наверное... Все, да, заклеивать. И допихну вот тут вот. Она выглядит как мами. Так. Ну-ка. Не, лучше этот кусок убрать. Это вообще не склеится. Так, вот тут вот по краям тоже убрать. Она... И вот тут вот наливаем. О! Склеиваем. Угу. Вот так вот. Вот так, вот так. Прижиманькаем. Чавкаем. Ну, чавкать. Это некрасиво. Где? А ватой вытеру. А мы ватой еще и приклеим. Сколько там? 10 минут. Мы эту штуку 11 минут, блин, делаем. А ты напиши. И попробуй сделать тоже эту штуку. Только, наверное... У тебя получится лучше, чем у меня. Все. Красота. Теперь, что мы будем делать? Сейчас мы будем рисовать смайлик. Черный этой штукой. Надо потрясти. Потрясли. Я ими уже давно не пользовалась. Ну, я их купила, может, неделю назад. О, раз глаз, два глаз. Улыбочка. Да я, что тут дырка делает? Как я тебя шлакать буду, чмякать. Чмяк, чмяк. Вот так вот. И носик. Такая вот. Еще должны быть волосы. О, не судите строго. Вот. Такая самодельная штука-дрюка получилась. Кстати, мягкая. Вот. Маме я покажу. А вот ей понравится. Ну, такая прикольная штука, знаете? Я молодец, что это сделать. А вы знаете, что тут у меня? Ванечки нет. Ваниль. Сдаетесь? Все для плетения браслетика. Куча всяких ниточек. А пахнет! Як! Короче, мне нужно думать, что сделать. Ой, а у меня что-то и нет. Да нет. О, сию минуту.